В этом году по дороге на юг перекрыто шоссе М4 и предлагают объезд через Лиховской район Каменец-Шахтинска. Посмотрите, какую красоту проезжаем мы. Правда, мы застали уже на закате. Вот такая вот красота. Бескрайние поля подсолнечника. Народ специально останавливается и фотографируется, детям показывает. О, какая красота! Да, для нас, живущих на севере, это, конечно, в диковинку. Зум почему-то не работает. А вон там вдали, если присмотреться, вот там вот, вот видите, Чирикон, а левее Чирикона градусов на 10, видите, мигают огоньки. Это ветряные установки. Видите, мигают огоньки. Я не знаю, вы видите отсюда, нет? Ну и неизменное, что сопровождает этот район, это терриконы. Никуда от них не денешься. Да, для городских жителей, конечно, здесь удовольствие. Вон какая красота. А все несутся на Черное море. И нам пора ехать. Всего доброго. До следующих встреч.